подождите, сейчас здесь, вы знаете, по нормативам они есть, и система, ну, надо серьезно здесь вот не шарахаться. Нам нужно политику выработать жилищную. Ее вот она такая, какая есть, 40-летие, она движется. Огромное количество жилья сегодня обеспечено газом, там под 60% газоснабжения сетевое. Или, там, но усиливать сегодня нужно безопасность. Конечно, здесь нужно двигаться и куда-то, особенно начинать с нового. Посмотрим, кто за это отвечает. Сейчас все понятно, сейчас управляющая компания за газовое оборудование внутри дома, а гражданин в своей квартире. И гражданин должен взаимодействовать сегодня газоснабжающей организации. Естественно, там в этом вопросе, когда ты требуешь тебе свои собственные деньги вложить, вопрос. И поэтому... Ну, то есть, видимо, в новых домах будет, все-таки с новых домов начинается. Ну, да, нет, почему? Система? Мы тоже, но нам нужно понять, что мы должны сделать, куда мы движемся. Давайте мы поработаем сейчас. Фотографии. Да, да. Можно эту фотографию? Давай. Я вам пишу по музею, правильно? Да, давай. Это давай. Хорошая тема, очень сильная. Да, джинсы. Как культ. Как культ. Дарёныч, можно еще прям? Ребята, поставил. Это о людях, а не остановках. Давай. Джинсы — это наше все. Это именно наше. Все, не готов, не готов. Пожалуйста, я... Человек, что вы такой? Мы здесь 70-80-е годы. Это чистый. В Казани он, да? В Казани, в Санкт-Петербурге, в Анталии, в Париже. У нас 8 филиалов. Давай, спасибо, до свидания.